Дети работают в скорой помощи, поехали на вызов. Ну, удачи вам, полечить всех. Маша, модельер-дизайнер. Потом будет модель. Маша, модель. Ты сам вырезал и раскрасил? Класс! Теперь у нас будет украшение, Са! Молодчина! Это я не рисовал. А что ты? Это делаешь? Надо на картоне вырезать, потом раскрашивать и наклеивать. Понятно. Продавцы в аптеке. Поехали развозить товар. Доставка курьерская. Проходим медосмотр. Получим справку и идем учиться в автошколу. Все по-настоящему. Итак, дети собираются учиться в автошколе. Сейчас у них будет теория. Везде надо учиться. Ух уж эта теория. Дети сами заработали деньги, выучили себя в автошколе, получили права и теперь вот катаются на желанном транспортном средстве. Теорию сдали? А, значит, удали. Да, идите быстрее, у вас начинается вождение. Мамочки мои, мамуля меня снимет, пожалуйста. Маш, тебя снимет. Маш, снимай меня вот так. Снимай меня вот так, Маша. Снимай меня вот так. Саш. Мы были в парке-сити, меня раскрасили, мы потом еще придем, потому что мы никакой профессии не выбрали. Так что мы в следующий раз придем и покажем, как мы там веселились. Классно. Пока. Я не знаю.